Закончился поединок между командой КЦАМ и Кометой. КЦАМ победил со счетом 1. С нами игрок команды культурного центра афганской молодежи Марат Долов. Марат, привет. В первую очередь. Марат, как ты вообще попал в эту команду? Расскажи, пожалуйста. Просто наш друг Сабаун позвал нас. Попросил поиграть за них. Не платят? Поддержать. Нет, ничего не платят. Да спасибо, чисто играем. Эх. Меня тоже звал, я не пошел. Так, ну что скажешь сегодня по игре? Комета не дала вам бой сегодня? Комета сегодня не собралась, как я понял. Поэтому такая игра получилась, ну, не особо конкурентная. Ну, пацаны бегали, старались. Сабаун попросил передать, что что-то нету соперников для нас пока что. Это он просил передать. Ну, потом найдутся, наверное. Ну, а посмотрим. Вот по игре смотришь, что забили 3 гола и просто начали какой-то дуристикой заниматься. Вот с моей стороны просто катали мяч, там что-то. Ну, можно было забить, по сути, больше мячей, но. Ну, когда такая игра идет, все хотят повозить, все хотят что-то доказать, показать. А по факту вот это все смотрится не очень красиво. Ну, вообще игра. Команда наша хорошую игру показала. Всем спасибо, пацанам. Гаджи вообще лучший сегодня был. А Саба самый мешочек. А Гоша Филиппов сегодня никому не прокинул между ног почему-то. Гоша Филиппов сам себе сегодня только прокидывал. А сам себе? Ну спать да. Будет хорошо, да? Все равно между ног. Кому себе, без разницы, да? Команды не чувствуем, Сабаун передает еще раз. Все понятно. Когда Сабаун уже на интервью к нам придет? Не знаю. Когда проиграем. Спасибо.